Благотворительный концерт «Шаг навстречу» стартует в эту субботу на площади имени Ленина. С творческими номерами выступят коллективы художественной самодеятельности и солисты города и округа. Провести благотворительный концерт – совместная идея Дома культуры города Навинмара, регионального отделения Российского Красного Креста и городской администрации. Благотворительный концерт организован в целях того, чтобы в течение всего концерта будет проходить акция «Помоги Дальнему Востоку» по сбору денежных средств, которые будут отправлены пострадавшим. На протяжении всего концерта будет осуществляться сбор денег. Все средства перечислят жителям Дальнего Востока, пострадавшим от наводнения. Принять участие в акции может каждый желающий. Пожар в третьей городской школе – не настоящий, вымышленный. Плановые учения показали, педколлектив и учащиеся к чрезвычайным ситуациям готовы. В течение 5 минут после сигнала тревоги дети покинули здание. Вместе с ними курсы быстрого реагирования прошел и Олег Катанзейский. Тревожный сигнал в здании третьей школы известил о начале учебной операции. По легенде, возгорание произошло на 1-м этаже. В экстренном порядке были эвакуированы как школьники, так и персонал учебного заведения. Без паники, стройными рядами учащиеся покидают здание школы по аварийному и центральному выходам. Об учебной тревоге заранее детей не предупреждали, но к такому сценарию они были готовы. На уроках ЭБЖ прошли курсы эвакуации. Посмотрел, что были закрыты окна, выключен компьютер, свет, и потом начали выходить из класса. По легенде учений, возгорание произошло в коридоре 1-го этажа к зданию, в котором находится более 500 детей. Сотрудники МЧС бросили все силы, технику и личный состав. Тренировка пошла хорошо, все было сделано правильно. Был обозначен очаг пожара, приняты меры, условно, к тушению. Основной упор сотрудники МЧС делают на оперативное реагирование школьников, учителей и персонала школы. По нормативам освободить опасное здание надо в течение 5 минут. В этот раз школьники не только уложились, но и сократили время до 3 минут. Подобные учения в ближайшее время пройдут еще в нескольких школах города. Олег Хатанзейский, Антон Вутряков, телеканал «Север».